Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие земляки. Прежде всего, рад вас видеть в зале правительства Тверской области в преддверии Нового года, ну и по такому очень хорошему, очень важному событию. Что касается наступающего праздника, Нового года, с этим праздником всегда у нас связаны определенные надежды и ожидания. Но каждый из нас понимает, что новые планы можно строить только на прочном, добротном фундаменте. За каждой удачей всегда стоит упорная, кропотливая работа. Эта формула применима к жизни как отдельного человека, так и региона, всей страны в целом. В недавнем послании Федеральному собранию наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что быть патриотом значит служить обществу и стране. Президент призвал впрягаться в общую созидательную работу, работать достойно, с полной отдачей сил, чтобы построить сильную и процветающую Россию. Сегодня, когда мы подводим черту под уходящим годом, я могу уверенно сказать, что каждый из вас уже внес свой вклад в развитие страны и региона. Своим неравнодушным отношением к делу вы подаете пример патриотического служения родному краю. И те высокие награды, которые вы сегодня получите, достойный результат вашего труда. Я с удовольствием вручу медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени сразу троим нашим землякам. Сегодня целая плеяда наших земляков, работающих в промышленности, строительстве, культуре, транспорте, лесном, агропромышленном комплексах, получат звание почетных работников Тверской области в своих отраслях. Дорогие земляки, ваш пример еще раз подтверждает, как богато наше Верхневолжье на талантливых людей, настоящих профессионалов. И позвольте мне от всей души поздравить вас с высокими государственными и региональными наградами. Я адресую слова благодарности сегодня не только вам, но и вашим трудовым коллективам, вашим близким людям за надежный тыл и поддержку. Пусть наступающий новый 2013 год будет созидательным и щедрым на добрые дела, станет годом новых жизненных высот и достижений. А каждому из вас я хотел бы пожелать здоровья, благополучия и новых успехов на благо нашей дорогой, родной Тверской земли.